Итак, мы приехали в самую богатую страну мира – Катар. Это маленькая страна в Персидском заливе. Тут мало что производят и почти все импортируют. Сухопутная граница есть только с Саудовской Аравией. А 90% границы Катара – это Персидский залив. Катаром управляет эмир. Государственный строй в стране – абсолютная монархия, религия – ислам. Катар на 13-м месте в мире по запасам нефти. А вот газа в Катаре – 12% от мировых запасов. Это третье место в мире – выше только Россия и Иран. И еще, мы сейчас шли, сидели мы мужчины какие-то на земле. И когда мы проходили мимо них, они начали нам что-то говорить. А в Дубай такого бы себе никто не позволил. А мы ходили потом по самым стрёмным районам, и там вообще все молчали, на нас боялись голову поднять. И эти тут смелые. Рискованные. Пытаемся перейти дорогу. Давай на островок этот встань. О! Да, давно я такого не делала. Вот так перебегать дорогу. Последний раз я так бегала через дорогу в Баку. Там мы тоже не могли найти переход. Так, думаешь, теперь это мы должны покорить? Ну что, бежим? Бежим. Здесь нужно вообще расслабиться. Да, расслабить булки и идти. Здесь вообще никого нет. Ну, пока впечатляет. А ты опять машина сигналит. Вот смотри, как он смотрит, бородач какой на нас. Это кошмар. Женщина без сопровождения, мне кажется, здесь лучше реально не ходить. Хотя это, может, старый город, может, в центре, конечно, такого никто себе не позволяет. Вот. Так что так. Только что нам сказали, а сегодня пятница, что метро закрыто. Блин, как закрыто. Ну, до какого-то времени, но тем не менее, я понимаю, что пятница для них священный день, но так, чтобы метро закрыто. Либо человек просто пошутил, что метро закрыто, либо это капец. Как это метро закрыто? Ну, улочки здесь от пупсика. Если метро закрыто, то это совсем уже. Это вообще в корне меняется. Да. А, жирафы, да. Грязища. Я не знаю, либо мы район плохой выбрали, либо мы сюда больше не приедем. Ну, посмотрим, что в центре делается. Надоели приставучие люди на улице. Грязь вокруг. Ужасный завтрак был с утра. И если реально метро закрыто, то это никуда не годится. Как может быть метро закрыто? Думаешь, метро будем искать? Призыв к молитве начался, а мы все еще не нашли метро. О, нам ровно идти 4,4 километра. 4 километра до метро? Мы что-то пропустили, видимо. Ну, короче, это значит два человека, которые абсолютно не разбираются в картах, вышли. Не, мне показали, дорога только сюда, он так и писал. А, да? А почему мы читали, что у нас метро возле отеля? Ну, походу, нам надо было у них все-таки спросить. А не у местных вьетнамцев. Итак, нами найдено метро. По случайности абсолютной. Потому что все-таки Google карты нас ввели совершенно в другую сторону. То есть, я думаю, мы уже прошли несколько таких входов в метро. Но похоже, что... Да, это метро. Похоже, что закрыто. Метро закрыто, такси не содят. Это называется одно дурне поехало в турне. Это про нас. Нам только вот так вот путешествовать самостоятельно. В общем, если верить написанному, то сегодня, в пятницу, метро открывается в 2 часа дня. На лыжах здесь ездить. Да.
Ну и судя по тому, что здесь нет абсолютно людей, видимо, это правда. А у нас сейчас еще нет 12 даже. То есть до 2 часов дня, в пятницу. Что хочешь, что я делаю. Ну, в Дубае открыто метро, как бы в это, в такие дни, в любые, в пятницу. Ань позже открывается, но оно открыто. А, не знаю. Если, надеюсь, мы ошибаемся, но там было написано, что в пятницу от 2 до 1 часа ночи. Ну, в общем, выводы такие. В пятницу здесь делать нечего. Нет, мы, может быть, там, вот где набережная, где небоскребы стоят. Мы сейчас туда попытаемся попасть. Там, наверное, есть что делать. Мы, не зная города, зарезервировали отель в жопенях местных. На какую? Налево. Вот. Зарезервировали, фиг знает где отель. Бродим теперь по вот этим вот трущобам каким-то. Любуемся красотой, так называемой. Ну, экзотикой зато. Здесь мужчины запросто могут с вами заговаривать, сигналить машинами. В Дубае этого никто себе не позволит. Ну, мы вдвоем с тобой женского пола. Да, конечно, если бы мы шли с Эдиком, наверное, никто бы ничего. Ну, у нас есть машина в отеле. Ну, честно говоря, без Эдика страшно тоже в ней ехать, потому что ездят они здесь как попало. Похоже. По своим правилам. Вот, и вообще опять, вот мы, смотри, там одни, видим, смотри, там одни мужики идут. Ну, женщин опять на улице мы не видим. Вот день, вечером мы их здесь не видели, днем мы их здесь не видим. Ну, это, скорее всего, да, это старый город какой-то. Ну, и, конечно, чувствуется, что эта страна еще не совсем туристическая. Ну, не совсем туристическая, да. Они стали более-менее туристическими после чемпионата мира. Вот, по футболу. Но все равно как-то это все еще так. Смазано. Да, смазано. А законы-то у них строгие. Вот. На пляж не походишь здесь особо, потому что купаться надо только в одежде. Ты не можешь в купальнике здесь купаться. Ну, в одежде. Да. О, магазин открыт. Смотри. Чудеса. Да. И да, хотели поменять 100 евро хотя бы, чтобы наличку какую-то иметь. Но похоже, что и банки закрыты. Все закрыто. Короче, пятница это караул здесь. Пятница прокатится. Развратница. А здесь она вообще не развратница. Здесь это слово запрещено. Попытаемся попасть сейчас там, где цивилизация хоть какая-то. Ну, я говорю, в Дубае мы были в таких забитых районах, в таких там, где тоже одни работяги нищие живут какие-то. Они, блин, глаза боялись поднять. Да, тут наглые, вообще пипец индуистские, просто. Да, так ладно, индуистские. Тут, смотри, какие-то афганцы, какая-то всякая белиберда, там какие-то эти старики хатабычи конкретные, там аксакалы сидели и разговаривают с нами. Но не видят, по возрасту мы им подходим, знаешь, им лет по 80. Думают, ну что они в гареме пригодятся, лишними не будут. В общем, вот такая вот пестыня. Эти славянки. Особенно я. Совершили сделку века. Мы зашли в банк и обменяли 100 евро. Хорошо, что только 100. Потому что обмен 100 евро занимает по времени примерно как покупка... Как покупка острова в Персидском заливе. От нас захотели паспорт, номер телефона и визы, которых у нас нет, потому что у нас без виз с этой страной. Но, видимо, когда мы сказали, что нам не нужны визы, все-таки решили, что мы из семьи шейха. А как иначе? Мне еще открыли в Катаре. В самом дорогом, в самой дорогой стране. В самой дорогой и в самом... В следующий раз сделка века будет 20 минут вместо 25. А, кстати, молитва здесь не прекращается. Сейчас что-то читает Коран, видимо, да. Но мы все идем. Наконец-то вышли в цивилизацию и даже нашли какой-то супермаркет. Это мы уже подходим к району с небоскребами.
Ну, сразу чище стало, кстати. Ну, а мы между тем вышли в цивилизацию практически. Главное, чтобы потом мы не потерялись. Ну, хорошо, что у нас остался Эдик с машиной. На крайний случай будем ему звонить. Слабее геолокацию. Короче, теперь о грустном. Вот там, где мечеть, рядом мы живем. Возле этой мечети. Вот здесь метро и центр. Собственно, это недалеко. Мы же сегодня вышли из нашего отеля, пошли в хламитники все вот эти вот, а зашли на самую окраину Дохи в поисках метро. А метро-то оно вот где. Как сказала Наташа, сегодня святой день, пятница. Давай не будем материться. Мы не будем материться. В общем... В общем, здесь даже все... Здесь даже помойки красивые. Это вот если бы мы сразу сюда пошли. В общем, как сказал бы классик, каждый человек хоть один раз в своей жизни заходит не в ту дверь. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Мы сегодня с Наташей с утра зашли не в ту дверь и пошли не в правильном направлении. А если бы мы пошли сюда... Вот это здание, блин, вот это из нашего балкона видно. И балкона, слышишь, я уже и балкон себе придумала. Из нашего окна видно. В общем, если бы сразу пошли сюда... Вау, какая красота, Наташка! Идем! Не знаю, ну там красиво. Короче, мы сегодня как две лохопедки. Пошли фиг знает куда, а у нас под носом было красиво. В общем, зашли не в ту дверь. Катар – это та страна, о существовании которой многие узнали лишь благодаря самому скандальному и самому дорогому чемпионату мира по футболу. Историю Катара не знают многие, а жаль, она очень интересная. В 1971 году на карте мира появилось новое государство – Катар. На сегодняшний день официально этой стране чуть более 50 лет, но по факту ей больше, чем 4000. За свою независимую 50-летнюю историю Катар успел пережить самую жесткую блокаду, которая любую другую страну попросту бы уничтожила. Но Катар с блокадой блестяще справился, никак не пострадав, тем самым подтвердив, что за 50 лет правительством была создана независимая страна с очень мощной экономикой. Но рассказывать историю этого необычного полуострова нужно по порядку. Такой палец, только не золотой, стоит в Париже, в Манхэттене парижском, забыла название. Все повылетало от этой красоты из головы. Красиво. И мертво. Вокруг вот как бы да, вот это все для туристов же построено, по идее. Ну, их этих туристов нет. Причем сейчас самое хорошее время для посещения таких мест. Февраль, самое холодное время года. И да, то... И сейчас плюс 30 на улице. Да, плюс 30 на улице. А вы представляете, что здесь будет, когда будет, например, июнь, май. Я помню, в Дубае мы один раз. Мы ранее мусульмане стараемся ехать зимой, там, январь, февраль. Когда я забуду, как мы в Дубае оказались в июле, что ли, или в июне, не помню. Это был ад, адище. Так вот здесь, я думаю, еще большее адище. Ну и несмотря на то, что сейчас именно туристический сезон, вот такую красоту бы настраивали. Для кого, спрашивается? Для нас. Для нас, отвечаем мы сами себе. Несмотря на то, что официально Катару чуть более 50 лет, раскопки показывают, что на Катарском полуострове жили древние племена еще 3000 лет до нашей эры, которые пришли сюда из Месопотамии. Начиная с 3 века до нашей эры, Катар погружается в бесконечные войны, переходя из рук в руки от одного завоевателя к другому.
Это местная достопримечательность, жемчужина. Все-таки прошлое этой страны в ловле жемчуга. Это потом появилась нефть. Ну, жемчужина и жемчужина. Сначала был Александр Македонский, который присоединяет Катар к своей империи. Затем Иранское царство. В 7 веке нашей эры Катар становится частью арабского халифата, а в 10 веке его присоединяет к себе соседний Бахрейн. И только в 11 веке Катар впервые за свою историю получает совсем ненадолго независимость. Но в тот момент еще не было государства, были просто крупные арабские племена, которые проживали на территории Катарского полуострова. Так, покатались мы по району с небоскребами, по местному Манхэттену. Ну, до Дубая ему далеко. Вообще я не понимаю людей, которые говорят, да это почти Дубай один к одному. Абсолютно нет. Это более самобытный такой город, менее современный. Но к этому стремится, быть современным и похожим на быть на Дубай. А мы идем в супермаркет. Надо запомнить, что мы на С. Да. 12 раз. Идем в супермаркет. Мы пока не нашли здесь ничего типа Дубай Молла, нашли какой-то торговый центр. Наверху фудкорт. Ну такую чепуху продают вообще. В Дубай Молл мы знали, где там подойти к арабскому ларёчку такому. Там офигенно вкусно все было, арабская кухня. Здесь, ну, вообще, пока месть... Ну, видимо, здесь нужно места знать, куда пойти. Ну, единственное, что мы заметили, что по сравнению с Дубаем здесь все гораздо дешевле. Вообще, как бы цены здесь очень давно... Ну, то, что нам показалось, то, что мы покупали сегодня, мы тратили... Все очень недорого было по сравнению с тем, на что я рассчитывала. Цены ниже, чем казалось, чем я думала. Приехать они в Катар, чтобы пойти к КФЦ, потому что ничего больше толкового здесь мы не нашли на фудкорте. И все это стоило 21 евро. Ну, как и в Праге цена такая же была бы. Только пепси можно в Праге самостоятельно наливать, а здесь тебе выдают ответственно каждому человеку. Ну понятно, а если бы они здесь поставили автоматы с пепси, как в Праге, то все местные, не местное население, все местные рабочие, тут бы не отходили, наверное, от этого автомата. Да, вот меньше 3 евро помидоры, 700 грамм. То есть цена, как в Праге у нас. Килограммы вот таких огурчиков почти 5 евро. Вот так-то. Учитывая, что это здесь не растет, так и живем, да. Вот 30 яичек 5 евро. А тут яйца как... А, они в пакетах так завернуты. Прикольно, выбор яиц, конечно. Огурчики на вес. Кто? Огурчики на вес, точно. Они их выращивают здесь. 8, да. Вот клубничка. 7-7. Да, меньше чем 8 евро килограмм клубники. Польские, сербские, итальянские, французские. Самые дорогие китайские яблоки. А так, в принципе, вот эти яблоки, получается, стоят чуть больше, чем 2 евро в Франции. Выбор всего офигенный. Магазин, супермаркет Carrefour огромный. Да, я бы взяла бы все. Да. 26 центов. Вот такая пачка горячих лепешек. 2 литра молока. Чуть больше, ну, 3,75 где-то в евро. Вот, пожалуйста, 7 евро, творог классический, 9%. Нарезки. А здесь вообще, вот яйца лежат,
30 штук, 2,5 евро. У нас в Чехии таких цен нет вообще. 15 евро коровьи, говяжьи пельмени. 15 евро, 400 грамм, а нет, 800 грамм, чуть-чуть, 400 грамм, не поняла. А эти дешевле, но их там меньше, их эти дешевле, да. Ну, в общем, да, 800 грамм, 15 евро. Цены мы сейчас сходим и сравниваем с Прагой. У нас в Праге очень много дороже. Мы когда слышали о том, что нам говорили, что Катар дешевый по сравнению со всеми вот такими вот странами, честно говоря, не сильно верили. А сейчас сами в этом убедились. Вот, кстати, большой плюс Катар. Цены здесь довольно-таки невысокие. И если сравнивать с Прагой, то в Праге очень многое в магазинах дороже, чем здесь в Катаре. Страна абсолютно безалкогольная. Вообще здесь нельзя даже привозить алкоголь. Законы суровее, чем в Саудовской Аравии. И вот, пиво здесь, если и есть, то такое. 0-0. Может, попробуем? Чего, граната? В общем, вот так в Катар выглядит 45 евро, мы уже все сложили, там и клубнику, и чай, кофе мы купили, и пиво безалкогольное, и мясо мы купили, и сыр мы купили. Учитывая, что это самая богатая страна мира, цены здесь очень низкие. Даже если сравнивать с Прагой, если сравнивать там с Парижем, ну, а с Дубаем даже не стоит сравнивать, Дубай намного дороже. Эмираты, в смысле. После обретения независимости начался экономический рост региона. Но до добычи нефти и газа было тогда еще очень и очень далеко. В те далекие времена страна зарабатывала свои деньги на добыче жемчуга. Вот один из символов Катар. Здание под названием Катар Тауэр. Это якобы скрещенные мечи, которые символизируют роскошную жизнь. Ну, симпатичное здание. Вообще, как бы, Катар, Доха, вот что здесь красиво, все здания, они очень вот вечером красиво подсвечены. Сейчас вокруг нас нет таких. Опять-таки, повторюсь, с Дубаем не сравнить, потому что Дубай это все больше, этого всего больше. Вот здесь красивее может быть подсветка в некоторых зданиях. Ну а в общем и целом, конечно, они еще в начале своего пути, Доха. Ну а мы вот такие первооткрыватели приехали, пока еще здесь все только начинается. В Дубае тоже когда-то был только Бурдж-Халиф, да, парусник этот знаменитый, а сейчас сколько там всего понастраивали. Также и здесь. Когда-то здесь будет... И здесь будет все застроено, я думаю. Ну а пока вот так. Новый период независимости долго не продлился. Благодаря продаже жемчуга соседям местные правители быстро разбогатели, а там, где деньги, там и междоусобные войны за влияние и власть. Пока шли эти военные междоусобицы, Катарский полуостров в 13 веке опять захватил Бахрейн, а в 15 веке полуостров вошел в состав Османской империи. Потом Катар захватили португальцы, а спустя 50 лет вновь вернулись турки. С 17 века за эти земли идут нескончаемые войны между османами, иранцами, а еще и Англия с Голландией подключились. Вплоть до конца 19 века на территории полуострова менялись победители и правители, страдали только местные поселения, которых постоянно убивали и вырезали целыми деревнями. Гуляем по вечернему городу, 99% из гуляющих – это мужчины. Вот 99%. Женщины, и женщины, если и попадаются, то это в основном, ну вот я, например, туристки какие-нибудь. Ну, сейчас я только вот себя здесь вижу. Вот.
такие женихи. Нарядились все и пошли гулять в город. Друг перед другом красуются. Нет, ну кроме шуток. Ну, блин, баб нет. Но вообще, как бы, еще чем отличается Доха от Дубай, что, во-первых, в Дубае очень много местного населения, очень красиво одеты. Да, там они в своих национальных костюмах. Но они красиво при этом смотрятся, женщины, главное, которые местные дубаянки, с дорогими сумками, с дорогими, с дорогой обуви. А тут их вообще, либо сегодня пятница, и мы их просто не видим, либо, ну да, вот в основном вот такое, вот эти в основном гуляют. Вот этих ужасно много, это всякие, ну, строители, работники, не местные, ну, рабочая сила. Причем это не то, что вот наш район, это везде, мы были в торговых центрах сегодня. В основном вот это. Подозреваю, что, может быть, в пятницу местные разъехались. Ну, красивых женщин, как вот действительно, вот иногда смотришь в Дубае, стараешься, конечно, не заглядываться там, не то, что не заглядываться, ну, не рассматривать ее внимательно, но у них женщины, когда вот идут их, видно, какие дорогие у них аксессуары, там, обувь дорогая. О, что это такое? Что здесь происходит? Ну, вот здесь вообще мы такого не видели сегодня. Одну девку видели, да? Одну, и то, как бы, что там у них происходит. А вообще вся Доха полна вот таких вот, вот, вот они все. Мужчины, в основном мужчины, подавляющее большинство, сильно подавляющее большинство. Причем это мужчины, которые сюда приехали на работу, на тяжелую работу, на очень тяжелую работу. Я думаю, сейчас их здесь очень много, потому что Доха конкретно отстраивается, конкретно расстроится. Я думаю, лет через 10 мы Доху, конечно, не узнаем. Да. Доху мы не узнаем, потому что мы в Дубае, когда раньше приезжаешь, там раз в год, раз в два года, все время Дубай меняется. Мы помним, когда и половины не было того, что сейчас есть в Дубае. Вот я думаю, Доху это тоже ждет. Ну, это конкретно. Ну, не зря же здесь столько вот навезли. Да, строек очень много. Очень много строек. И таких масштабных. Ну, будем посмотреть. Ну, а женщин на улицах практически нет. Ну, понятно, понятно, почему эти сидят без женщин. Потому что либо их жены дома, там, в их странах. А местные мы не видели вообще. Первые признаки появления самостоятельного современного Катара появляются в конце 19 века, а все благодаря одному из местных правителей, шейху известной катарской династии Аль-Тани, который смог объединить вместе все семьи Катара. Благодаря этому удалось изгнать турков и устоять в очередной попытке захвата от соседнего Бахрейна. В начале 20 века новый шейх из династии Аль-Тани заключил стратегически выгодный союз с сильнейшим государством мира на тот момент – Великобританией. Суть была проста. Великобритания полностью отвечает за безопасность Катара, а также занимается всей внешней политикой, но при этом абсолютно не вмешивается во внутренние дела страны. Уже смешно. Взамен Великобритания получила исключительные права на добычу жемчуга. Тогда еще только жемчуга. На самом деле в этот момент Великобритания и ее частный бизнес фактически стали управлять всей экономикой Катара и, соответственно, вмешиваться во все внутренние дела страны. А как же еще? Что же было дальше? Об этом позже. Фу, только что такой шок испытала. Даже камеру доставать не стала. Шли по такой улице. Во-первых, вонище страшное. Во-вторых, грязище ужасное. И под занавес была дохлая огромная крыса. Фу, это город контрастов, кошмар. Ну, грязь вообще везде. Кошмар.
Итак, называется это Селин Бич. И здесь. Вот так. Больше нельзя, чем можно. Но там, где сумка, не сильно загорается у тебя. Вот сумка мешает загару. В общем, иначе здесь загорать нельзя. Вот это граница с Саудовской Аравией. Но тут написано, что нельзя снимать ничего. Кстати, эти здания, они даже не заселены. Вот окна какие грязные.